Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Сегодня я хотел бы начать новую серию о силе хвалы и поклонения. Мы поговорим о том, почему мы должны славить Бога и почему это важно. Во-первых, мы были созданы, чтобы славить Бога, и это начинается с прославления Бога через благодарение, хвалу и поклонение. Я покажу вам, что это начало всего. Когда мы славим Бога, то выполняем цель нашего существования. И это приносит нам радость, поэтому хвала очень важна для нас. Это важная часть нашей жизни. Сегодня я покажу вам, что она занимает центральное место в нашей духовной жизни, в нашей жизни веры. Я также хочу показать вам силу хвалы. Она имеет огромную силу и воздействие на нас, а также и на врага. Наша хвала благословляет Бога, приносит нам пользу, украшает нас и связывает нашего врага. Хвала это ключ к полноте Божьих благословений, радости и победы. Псалтырь самая длинная книга Библии. Это о чем-то говорит. Это Божие руководство для хвалы и поклонения. И она дана нам, чтобы сделать нашу духовную жизнь глубже, и чтобы мы вошли в полноту того, что Бог имеет для нас. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, говорит нам, что мы. Род избранный, царственное священство. Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Как видите, мы были созданы, чтобы славить Бога. Воля Божия в том, чтобы наша жизнь была полна хвалы и благодарения. Одно из мест, где исполняется совершенная воля Божия, — это небеса. Иисус учил нас молиться, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. На небе исполняется воля Божия. А когда нам показывают небеса, то все там славит Бога. Почитайте книгу Откровения, особенно четвертую и пятую главы. Небеса наполнены хвалой и поклонением. Это их стиль. Наверное, Бог желает, чтобы на земле мы жили так же, как живут на небесах, в постоянной хвале. Именно к этому мы должны стремиться. Наше наивысшее призвание — поклоняться Богу в близком общении с Богом, дух к духу, сердце к сердцу. Мы показываем любовь к Богу, во-первых, через наше поклонение, а во-вторых, через наши дела. Наше горизонтальное служение Господу в мире должно вытекать из нашего вертикального отношения поклонения с Богом. На первом месте вертикальное, и оно перетекает в горизонтальное. То, что мы делаем в мире для Бога, является выражением нашего поклонения Богу в тайном месте, и Иисус подчеркнул этот порядок, когда отвечал сатане в пустыне. Первый пункт Господу Богу твоему поклоняйся. И второй, Ему одному служи. Это была реакция Иисуса на такие слова дьявола. «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Это говорит о том, что дьявол понимал важность поклонения. Он знал, что если Христос отдаст ему свое поклонение, то тем самым он отдаст ему свое сердце, а значит и всего себя. Это также будет означать, что дальше он будет служить дьяволу в повседневной жизни. Итак, вначале идет поклонение. И, конечно же, Иисус отверг это искушение. Следует заметить, что святость, состояние нашего естества перед Богом, обязательно идет перед праведностью, нашими действиями перед Богом. Быть святым — значит быть наполненным Божией любовью изнутри, а праведность — это Божья любовь в действии. Святость — это состояние нашего естества, в котором мы повинуемся Богу через поклонение Ему. И так наполняемся Его Духом. И уже из состояния святости мы способны на дела праведности. Без любовных отношений с Богом, через поклонение, нашему служению будет чего-то не хватать, и оно не будет удовлетворять Бога. В Откровении, в 2 главе 4 стихе, Иисус сказал Ефесской церкви. Вообще, Он признал все их дела и все их заслуги, а уже потом сказал, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Мы должны осознать, что поклонение Богу — это наша величайшая честь и радость, и поклоняться Ему от всего сердца. Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первое и наибольшая заповедь. А все наши дела и наше служение должны вытекать из нашей любви и поклонения. Например, пара испытывает первую любовь. Для них близость на первом месте и все остальное, что они делают в мире и друг для друга, вытекает именно из этой любви. Именно этого Бог желает для нас в наших отношениях с Ним. Итак, главная директива ⁇ любить Господа всем нашим сердцем. Затем идет вторая директива которая вытекает из первой — любить ближнего, как самого себя. Иными словами, так любовь выражается нашими действиями в мире. Итак, в первую очередь мы должны посвятить себя Богу в поклонении, чтобы наше служение имело истинную ценность. Только вспомните, притча о блудном сыне. Старший брат усердно трудился и служил своему отцу, но при этом его сердце было далеко от отца потому что он никогда не уделял время общению с отцом. Его сердце не было направлено на отца, поэтому его служение имело лишь внешнюю ценность. Служение не может быть заменителем поклонения. Но если мы открываем наши сердца Богу в поклонении, то в итоге Он получает и наше служение, наше время, наши деньги, наше послушание. Об этом сказано в послании к евреям 13 главе. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. И, во-вторых, не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Еще раз обращаю ваше внимание на порядок. Наше поклонение и близкое общение с Богом ⁇ это суть или центр нашей жизни. И вся остальная наша деятельность черпает свою ценность именно оттуда. Ваше поклонение существенно, то есть в нем суть вашей жизни. Оно определяет вашу суть, кому вы поклоняетесь определяет то, кто вы. Вы становитесь как тот, кому вы поклоняетесь, потому что вы подчиняетесь его силе. Следовательно, поклонение живому Богу добавляет ценности или святости вашему естеству, потому что Бог наполняет вас своей любовью, миром, мудростью, радостью, когда вы поклоняетесь Ему. Поэтому из всей нашей деятельности поклонение имеет наивысшую ценность. Остальные вещи тоже хороши, но они не так важны. Иисус рассказал нам об этом в истории о двух сестрах Марфии и Марии. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно – важно или существенное». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. За всей своей занятостью Марфа выпустила из виду, что на самом деле важно – время, проведенное с Иисусом, любовь к Нему и принятие от Него. Это могло принести вечную ценность и силу в ее жизнь». Она была занята, и да, все эти вещи имели какую-то ценность, но они ничто по сравнению с тем, что Иисус назвал нужным, а именно временем один на один с ним. Мария же решила поставить эту важную и необходимую вещь на первое место, и Иисус похвалил ее за это. Другие вещи были не так важны. Марфа могла бы отложить все свои дела и заботы, пока Иисус не закончит учить. Конечно же, это не оправдание, чтобы не служить Богу нашими делами. Это важная часть, важное выражение нашей любви к Богу. Если этой части в нашей жизни не будет, то наша жизнь не будет сбалансированной. Вопрос не в том, что выбрать поклонение или служение, а в том, что поставить на первое место. Иисус говорит, что мы должны делать и то, и другое, но важное должно быть на первом месте. Общение с Богом должно быть на первом месте. Если мы будем так жить, то наше служение Богу не пострадает, потому что время, проведенное в поклонении, придаст нам силы и свежести, а также вдохновения и мудрости, и мы сможем служить Ему еще лучше. Иисус пообещал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». То есть вы сможете делать все, чего желает от вас Бог. Основная цель нашей жизни, для которой мы были созданы, ⁇ прославлять Бога. И это начинается с того, что мы приносим Богу всего себя, подчиняя ему наши сердца в поклонение. А во-вторых, как выражение нашего подчинения и повиновения, мы прославляем его соответствующими действиями. Когда мы отдаем наши сердца Богу в поклонение, мы начинаем соединяться с Его любовью и благодатью в нас. Так мы узнаем, к чему мы призваны, а также цель нашего создания. Наша жизнь течет из нашего поклонения. Когда мы живем так, то чувствуем истинное удовлетворение. Тогда наши жизни полны радости и значимости. Наше поклонение определяет нас и развивает нашу внутреннюю сущность, а вся остальная наша жизнь ⁇ это выражение всего этого. Все вытекает из нашего поклонения, поэтому нам следует воспринимать поклонение как нашу главную директиву, наше наивысшее призвание, величайшую деятельность, важнейший первый шаг в исполнении Божьей воли и его цели для нашей жизни. Именно через поклонение мы становимся святыми, отделенными для Бога, и готовыми на добрые дела для Него. Все остальное в нашей жизни — это уже результаты нашего поклонения. Если мы не повинуемся Богу в нашем поклонении и не считаем это приоритетным или основанием для всей жизни, то мы отсоединяемся от нашего божественного предназначения, и тогда наша жизнь становится не приносящий удовольствия рутиной и скучных действий. Значение и ценность нашей жизни не обрести в деятельности. Оно лишь в наших отношениях с живым Богом и в нашем общении с Ним. А вот что придает нашей жизни значение. В нашей жизни должен быть баланс. Есть приоритеты, но должен быть и баланс между покоем и работой. Во время поклонения наши сердца входят в покой в Боге. Мы позволяем Богу наполнить нас Его силой, мудростью, миром и жизнью. И пережив такой покой, мы можем работать значительно эффективнее. А если мы ставим дела на первое место, то опускаем всю благодать, которую можем получить во время такого покоя. В итоге мы полагаемся только на свои силы. И все заканчивается стрессом, как и у Марфы. Мы не раскрываем свой потенциал и не наслаждаемся своей жизнью. А если мы ставим поклонение на первое место, то так мы лучше функционируем. Ну, а теперь давайте пойдем чуть глубже. Если мы будем думать примерно так. Хорошо. Я буду поклоняться потому что так я буду лучше функционировать, то это означает, что наша общественная жизнь для нас куда важнее всего остального. И для нас поклонение это лишь средство для достижения нашей цели. Так мы лишь ограничиваем свое поклонение и все то, что Бог может сделать через нас. Мы должны идти глубже, осознавая, что нет ничего выше или больше, чем познание Бога и поклонение Ему. И нам нужно поклоняться Богу за то, кто Он, несмотря на все то, что Он может сделать для нас. Мы не должны воспринимать познание и поклонение Богу как средство для достижения цели, а скорее как саму цель. Бог и есть цель. Он цель нашего существования. Нет ничего важнее поклонения Богу, даже если оно не дает нам никаких преимуществ. Через поклонение мы углубляем наш союз с Богом, и так мы познаем Его еще больше. Это наивысшая наша деятельность. Это не подготовка к чему-либо, а сама цель. И это наивысшая цель нашей жизни. Нет ничего более важного, чем эта цель нашего существования. Выражение нашей нужды в Боге, как в нашем Творце. Все начинается именно с этого. Откровение 4 глава, 11 стих. Вот как выглядит хвала. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле все существует и сотворено. Мы существуем по воле Божией. А в переводе короля Иакова сказано «ради твоего удовольствия». Мы были созданы для его удовольствия, мы существуем для того, чтобы приносить Богу радость, поклоняться Ему и славить Его. Поскольку Он создал нас, и мы существуем для Него, то Он достоин того, чтобы принять всю нашу хвалу и поклонение. Нам не нужны другие причины, чтобы поклоняться Богу, кроме этой. Для этого мы и были созданы. Для нас это правильно и уместно. Но поклонение также приносит нам невероятные преимущества для нашей жизни. Наша настоящая жизнь течет от Бога. Бог — источник всего хорошего в нашей жизни. Мы получаем нашу идентичность, нашу ценность и смысл жизни от нашего союза с Богом. И мы открываем все эти вещи только через единение с Богом и повиновение Ему в поклонении. Бог создал нас не как независимых существ, а как тех, кто зависит от Него. И мы можем раскрыть себя и свой истинный потенциал в том, для чего Бог создал нас. А настоящую радость и удовлетворение мы находим лишь в единении с Ним. Он предопределил, чтобы мы славили и благодарили Его, и открывали свои сердца в поклонении Ему. И только тогда мы ощутим всю полноту жизни, и радость от выполнения нашей цели и предназначения. Попробую объяснить вам, как это работает. Мы были созданы как духовные существа по образу Божьему. Когда мы родились свыше, наш дух переродился, мы стали новыми творениями во Христе. И теперь все в нашем духе от Бога. Теперь мы один дух с Господом. Наш дух рожден свыше, и он полон света. Наш дух еще называют новым человеком. Он создан в истинной святости и праведности, и мы целостны в нашем союзе со Христом. Наш дух назван творением Божьих рук, его шедевром, созданным для добрых дел, которые Бог приготовил для нас заранее. Иными словами, наш дух запрограммирован и оснащен для всего, к чему Бог призвал нас. Наша истинная жизнь сокрыта со Христом в Боге. Христос и есть наша жизнь. Он в нас надежда славы. Поэтому жизнь Христа уже в нашем духе. Все, что нам нужно и все, к чему призвал нас Бог, уже заложено в нашей ДНК и запрограммировано в нашем духе. Это означает, что наше истинное Я, наш настоящий потенциал и наше предназначение уже в нашем духе, а также в нашем духе живет Дух Святой, и Он запечатал наш дух. Это означает, что когда мы подчиняем наши сердца Богу через поклонение, наши сердца открыты к тому, чтобы принимать от Духа Святого, и чтобы жизнь Христа в Его силе, любви и мудрости текла в наши сердца и наполняла их. Когда это происходит, наши души активируются, и мы оживаем жизнью Христа в наших сердцах. Мы можем демонстрировать ее в нашей повседневной жизни с помощью соответствующих действий. Тогда мы будем прославлять Бога, исполняя нашу цель в жизни через поклонение и дела. Когда мы поклоняемся, жизнь Божия течет в наших сердцах, и тогда мы можем выразить это в нашей жизни. Мы никогда не узнаем, кто мы, пока сперва не станем поклонниками. Это должно быть на первом месте. Мы должны понять, что цель нашего существования ⁇ прославлять Бога. А для этого мы должны поставить поклонение Богу на первое место, в самый центр нашего образа жизни. Только тогда. Наши сердца будут правильно соединены с Богом, источником жизни. И тогда же мы получим его мудрость, силу, ну и так далее. И тогда мы сможем прославить Бога своей жизнью. Если мы не отдадимся хвале и поклонению, то упустим лучшее, что есть у Бога для нас. Хвала и поклонение помещают всю нашу жизнь под господство Бога. Они объединяют нашу сущность и нашу жизнь, приводят их в единство под Богом. Так наша жизнь становится продолжением нашего поклонения. В противном случае наша внутренняя и внешняя жизнь получаются разделенными. Но поклоняясь Богу, мы приходим к гармонии и у нас больше нет двойной жизни. В 21-м псалме, 3 стихе сказано «Святой Израиль, воссевший на престоле восхвалений Израиля». То есть, когда мы славим Бога, Он восседает на престол и начинает контролировать всю нашу жизнь. Провозглашая Его святость и Его ценность в наших глазах, мы превозносим Его над всем, что есть в мире. Так мы можем избавиться от всех наших идолов. Когда мы превозносим Бога над всеми вещами и всеми мыслями в нашей жизни, мы устанавливаем Его в нашем сердце, как самого ценного. Это заставляет наше сердце подчиниться Ему и разрушает господство всего остального над нами. Так все оказывается под Его господством, и наша жизнь в том числе. Затем наша жизнь начинает отражать Его ценность. Итак, во-первых, мы были созданы, чтобы славить Бога, а во-вторых, мы славим, потому что хвала благословляет самого Бога. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». И видите все эти слова? Хвала, хвалиться, величать, превозносить, а еще там сказано «благословлять». Когда мы славим, то благословляем Бога. Мы делаем Бога счастливым, как дети, которые хвалят и благодарят своих родителей. Итак, Бог благословляется, когда мы славим Его и поклоняемся Ему. 149-й Псалом. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых, да веселится Израиль о Создателе Своем. Сыны Сиона дорадуются о Царе Своем, да хвалят имя Его с ликами на тимпане и гуслях, да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением». Как мы и говорили, когда вы славите Бога и поклоняетесь Ему, Он украшает вас, Он раскрывает красоту вашего духа, и эта красота проявляется в вашем характере и в вашей жизни. Ваша личность будет становиться краше, когда вы поклоняетесь Богу. Так вы раскрываете красоту Бога, который раскрывает и вашу внутреннюю красоту. А вот 102-й Псалом. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Славьте Бога всем, что у вас есть. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои». Исцеляет все недуги Твои. То есть, когда вы славите Бога, то благодарите Его за все Его благословения и за все обещания, которые Он вам дал. Иисус сказал, ну настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. То есть Бог ищет поклонников, потому что наша хвала благословляет Его. Когда мы поклоняемся Ему, то даем Ему возможность благословить нас. Он желает благословлять нас, потому что Он любит нас, но Он ищет для этого поклонников. Именно их Он может благословить. Мы видим это в Деяниях 13 главе. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: Отделите мне Варнаву и Савлу над делом, которому я призвал их. Как видите, они служили Богу в хвале и поклонении. Они хотели благословить Бога, и это открыло их сердца. Тогда Дух Святой проговорил в их сердца и направил их в служение. Когда вы поклоняетесь Богу, вы в первую очередь служите Ему и стараетесь благословить Его. В результате вы выходите в том, к чему Бог призвал вас в начале поклонения, а потом вам открывается Божья жизнь и начинает течь Божье помазание. Ваше служение вытекает из вашего поклонения. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и 18.00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите, мы ждем вас.